Друзья, приветствую. Недавно один из моих учеников разучивал песенку фронтового шофера, та, что известна в исполнении Марка Бернеса на музыку Макроусова. Я решил на эту песенку написать несложную аранжировку в тональности ми минор. Правда, играю я ее с каподастром на втором ладу в тональности фа диез минор. Но аппликатуру полностью сохраняю ми минор, но мне так кажется более интересно она звучит. Но это мое мнение. Кому как больше нравится, тот так может эту мелодию и исполнять. Ноты и табулатуру я прикрепляю под этим видео, можно приобрести. Так что приятного прослушивания и приятного разучивания.